Здравствуйте! Сегодня мы запускаем новый сезон на нашем канале, и исходя из голосования, которое происходило в нашей группе ВКонтакте, ссылку на которую вы найдете в описании, темой сегодняшнего ролика будет топ-5 настенных котлов на сегодняшний момент. Итак, поехали! Нами было принято решение разобраться в этом вопросе и по доступности. И поэтому в нашей пятерке будут котлы стоимостью до 40 тысяч рублей. Так как мы все находимся в разных регионах, мы решили ориентироваться на цены Яндекс.Маркета. Как бы кого это ни бесило. В нашей пятерке, для честности нашего топа, будут котлы только с закрытой камерой сгорания. Критерии, по которым будем выбирать победителя, это цена, стоимость запасных частей, гарантийный и полный срок службы, указанный в паспорте со слов изготовителя, ремонтно-пригодность, которая подразумевает простоту или сложность монтажа и демонтажа деталей и узлов оборудования, габаритные размеры и вес, потребляемая мощность электроэнергии. Основные конкуренты в топе. Будерус Лагомакс U072-24K. Бакси Эко 4S 24F, Лемакс Прайм V24, Болгас Нива 24 Турбо, Аристон Кэрос X 24FF. Оценивать будем по пятибалльной системе в каждой категории. Исходя из этого, каждый претендент займет свою позицию. Первая категория – цена. И первое место в ней получает Болгас 24 Turbo ценой 26 800 рублей. 5 баллов ему за это. Лемакс Prime V24 на втором месте с ценой ровно 30 000 рублей и 4 балла. Будерус Лагомакс стоимостью 32 677 рублей. Третье место и 3 балла. Бакси Эко 4S стоимостью 36 750 рублей получает свои законные 2 балла. И самый дорогой котел Ariston Keras X 24FF стоимостью 38 630, 1 балл. Вторая категория – вес. Первое место в ней получает Ariston и Болгас весом 28 кг и получают 5 баллов. Вторым в данной категории идет Лемакс Prime весом 29 кг, 4 балла. Бакси Эко 4S 30 кг и 3 балла. Самый тяжелый котел – Будерус, 34 килограмма, 4 балла. Третья категория – простота монтажа и демонтажа деталей и узлов оборудования. Так как гидравлика котлов Бакси, Ariston и Болгас практически идентична, каждому по 5 баллов за удобство монтажа и извлечения деталей. Лемакс Прайм – 4 балла. Будерусу объективно будет дать всего 3 балла за сложность демонтажа датчика протока и настройку газового клапана. Четвертая категория – срок гарантии и срок эксплуатации. Lemax Prime с 2 годами гарантии со дня продажи и дополнительным годом при условии покупки в официальной точке продаж Lemax получает 5 баллов. Будерус, Бакси и Ariston разделяют по 4 балла за 2 года гарантии с момента ввода в эксплуатацию. 3 балла Болгазу за 2 года с момента продажи. Следующая категория – срок эксплуатации котла. Лемакс и Болгас 5 баллов заслуживают за обещанные 12 лет эксплуатации. Ariston 4 балла за 10 лет. Бакси и Будерус по 3 балла получают меньше остальных, так как срок эксплуатации не указан в паспортах на оборудование. Стоимость запасных частей. Сейчас вы видите таблицу, в которой мы взяли стоимость платы, газового клапана и вентилятора. Скажем так, основные запчасти. Исходя из этой таблицы, Лемакс и Болгас самыми недорогими запчастями получают 5 баллов. Ariston 4 балла, Бакси и Будерус 3 балла. Потребляемая мощность электроэнергии. На первом месте Ariston 5 баллов за 112 Вт. Лемакс и Болгас 125 Вт и 4 балла. Бакси 130 Вт, 3 балла. Будерус 150 Вт, 2 балла.
Всеми данными руководствуемся, исходя из паспортов на оборудование. Габаритные размеры. Вычислив общий объем, получили следующие цифры. Балтгаз 5 баллов, Будерус 4, Бакси 3, Лемон 2, Аристон 1 балл, как самый габаритный из сегодняшних котлов. Сейчас вы видите сводную таблицу, исходя из которой Будерус и 24 балла, 5 место. Бакси 26 баллов, 4 место. Аристон 29 баллов, 3 место. 33 балла и 2 место Лемакс. И 1 место 36 баллов Балтгаз. Все модели в этом списке не так давно на рынке. И пока неизвестно, как они поведут себя на долгих сроках эксплуатации. Ну и на этом все. Не забываем про это. Всем спасибо. До свидания.